Всем доброе утро. Мы уже проснулись, Варвару проводили. Она что-то такая переменчивая, собиралась такая. Ну, пошли со мной. Я говорю, ты чё? Я стою так, даже не одевалась. Я говорю, так я даже поесть перед работой не успею. Вот пошла. Уже дошла, позвонила. Все нормально. Надеюсь, мне нужно быстренько вернуться. У нас сегодня не полный день будет, а до 12 только. Учительница написала нам, что сегодня тренировка в 12. Она и до этого написала. В час тренировка, не в 12. До этого написала на стадионе 2-го, а я не увидела час. Прям она не единичка, просто написала в час на стадионе 2 числа. Как-то там написано, так что непонятно. Ну и вот она же с утра напоминалку прислала в группу. Я поняла, что в час нужно быть на тренировке. Короче, будем успевать готовиться. 11-го числа выступление. Нужно сегодня еще не забыть помпоны взять. Сегодня они будут с помпонами проходиться. Вчера разрезала ноготь и взяла его просто топом. Думаю, сейчас я его заэтываю просто на ноготь. И он будет держаться. Ничего подобного. Продержался он, видимо, до воды. Сегодня с утра встала, и он весь дыбрался. Я ни базу, ничего не делала. Думала, будет держаться. А оказалось, нет. Надо было, наверное, лучше базой. Сильно разрезала, хотела спилить, а до пластина тоже разрезана. И думаю, если я спилю, там будет постоянно зацепляться, и еще дальше мне сделает. Потому что у меня уж такая штука была. Вообще, как я умудрилась, непонятно. Не знаю, что поесть. Поем, наверное, сыр со слайсами из помидорок. У меня есть яйца отварные, но я что-то их не очень хочу. Хочу чего-нибудь такого. Такого другого. Не знаю, как это объяснить. Вот такие вот дела. Сейчас попью кофеечек и пойду работать. Погода у нас сегодня отвратительная. Я на Варюху одела куртку, потому что 9 градусов нам обещают с 3 по 7 вообще на ночь заморозки, но надеюсь искренне, что этого не будет, потому что все уже в огородах повысаживали и как-то там на улице тучи, правда, реально. Сейчас я вот так вот, если видно будет, сейчас я вот сюда сделаю. Оп. Вообще, это же кошмар. Вообще просто. Тучи еще такие, знаете, как будто снежные. Прям очень интересно. Где ты, моя куколка? Меня как разбесилась с утра. Такой холёш. Мне так нравится, как я подстригла. Я прям все время теперь такое буду стричь. Она такая милотулечка становится. А, у меня еще есть сырочек. Мы с Варюхой поменялись. Она забрала с начинкой, а не оставила без. Буду есть еще, наверное, сырок. Такой сырок что-то тоже не очень хочу. О, прикольно. Варька взяла в печеньки, сложила мне свои... зажимки эти. Магните зачем-то дают. Ну, это на учебнике, наверное, вот эти штуки. Я не знаю. Взяла мне их в сухари, сложила. Короче, артистка еще та. Так, а у меня есть помидорка и есть сыр. Так что все, буду кушать и читать новости. Доработала я уже. Пришла с Варюшкой на стадион. У нас опять тренировка. Сейчас придет наша учительница, будут тренироваться. Сегодня погода такая вообще... Я в теплой кофте, в джинсовке, в толстой. И вообще совсем не жарко. Так солнышко иногда вылазит, так нормально. И раз, и два, 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 и раз, и два,
С тренировки и сели уже обедать. Варенку затянула, я сварила макарошки и будем кушать. Я буду... Это фикс-прайс, варю там всякие леденцы. Взяла так, ерунду всякую. Ходили за тетрадками, взяли тетрадки и ерунду. А почему? Причем он записывает. Так что будем кушать. Всем приятного аппетита. А мы будем... В общем, я села поработать и поняла, что я капец как устала, у меня нет сил. И я, в общем, посидела за компьютером, посидела и поняла, что я ничего не сделаю, силы у меня кончились. И я пошла полежать. Вроде сначала просто полежала, потом задремала, не знаю, минут на 20, наверное, потому что, ну, дети ходят, я не могу спать, когда дома постоянно кто-то шебуршит, что-то делает, я уже отвыкла. От того, чтобы ты просто отключаешься и ничего не слышишь. Ну, в общем, я немножко полежала, отдохнула. Сейчас с детьми, наверное, поужинаем. И тогда я уже сяду, поработаю. Потому что я сегодня вообще ничего не делала. Ой, бегает там. Ой, бегает там. Сидела сейчас со мной. Ника! Просится постоянно ко мне на кровать. Иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне. Мы сейчас с ней сидели, играли, я пока просыпалась, посмотрела видео, и, ну, не просыпалась, есть такого, знаете, состояния, выходишь, я решила посмотреть видео, вот, посмотрела. А сейчас я погрела чаек, сейчас лапшичку, наверное, сделаю, салат, и покушаем, вот и все. Вот и все, я еще думаю, может, моя усталость добавляется... Не знаю. Да я уж, конечно, надумала, что я сейчас стараюсь еще придерживаться какой-то диеты. У меня сил все меньше и меньше. Плюс я мясо не кушаю. И у меня практически еда. Не знаю даже, из чего она состоит. Белок. Ну, кстати, белок я сегодня пила... я же вам хотела рассказать. Я сегодня прибежала с работы... И нам нужно было идти на тренировку. А я думаю, ну я же есть все равно захочу, мы как бы там пока на тренировке сидим. Я взяла, сделала протеин с банановым молоком, который на рисовой основе. Вот я показывала, я его вчера купила. И знаете что? Это прям идеальнейшее сочетание. Вкус просто прекрасный. Намного прикольнее, чем с обычным молоком. Так что все, мы... Мое молоко как было фаворитом. Я с ним и кофе пила. Кстати, я хочу попробовать сейчас проснуться, кофе сделать. Но вспомнила, что я кофе-то не купила. Думаю, почему кофе перестали пить? Я его просто забываю купить, так чтобы не пить чай. Я делала капучино дома с банановым молоком. И мне прям очень нравится. Так что, но цена его, конечно, очень кусается. 160 рублей за бутылку. Обычное мы берем, ну, здесь литр, а 1,5 литра обычного мы берем 104 рубля всего. До этого оно 99 все время было по акции, и я как-то так возьму, ну, нормально, оно 160. Ну, дети у меня сейчас его шибко не пьют, так что, если чисто для протеина, то, в принципе, его должно на 3 раза хватить. Все, сейчас буду греть макарошки и делать салатик. У меня там помидорки, огурчики есть. Сейчас простой салатик сделаю и покушаем. Все-таки полезно иногда отдохнуть. Вот. Охота что-то свежего воздуха. Думаю, что не так. У меня все позакрыто. Я стою и не могу понять, почему его нет. Очень сильно у нас климатические изменения. Смотрите. 2 июня, а у нас летит тополиный пух. Раньше, мне кажется, числа 15-20 это все происходило, но сегодня уже прям там, видать, где-то было видно, там бело. Все эти прям... А вот, вот так вот прям классно видно. Туда, если на садик смотреть, надо опять мыть окна. Окна грязные, как-то этим надо заняться.
Такая у нас красота под вечер образовалась. Ни тучек, ничего практически нету. Так, облачка маленько. И, ну, теплее, конечно, не стало. Это солнышко развернулось на наш градусник. Показываю 29. На самом деле там нету 29. Я открывала окно. Там ветер холодный. На сегодня на ночь минус передавали, но, надеюсь, его не будет. Ну, кстати, там разъяснивает, может быть, и... Да, минус, может быть, даже будет. Варяська бегает, что-то там снимает. План, конечно, не выполнен, но я напечатала хотя бы один вид. Вид товара, не знаю. Я категории сейчас пишу. Короче, одну категорию все-таки я набрала. Там немного. 2500 символов я всего набрала, но хотя бы столько. А то я вообще... Ты что делаешь? Я вообще что-то замучилась. Замучилась. Я прям понимаю, что нужен кому-то отдых. Мне. Да. Ты вообще не устала. Вот так вот всегда думают мои дети, что я вообще не устала. Ну, да. Хотя у меня сейчас даже выходных нет, я даже по воскресеньям работаю. Длинная рука, мам. Она через твою шею проходит. А что, у меня длинная шея? Не, ну типа... Так надо. Так надо. О, наш кроватный человек, читающий книги целыми днями. Вообще, прическа огонь, не поправляй, было очень классно. Не спасла ситуацию явно. О, вообще красотка. Так была красотка. Я еще красотки стала. Еще кроссовкой стала. Еще кроссовкой. Скример. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока.